Люберецкое районное телевидение отметило юбилейную дату. Со дня основания редакции телеканала ЛРТ прошло 15 лет. Творческий коллектив принял поздравления от друзей, коллег, представителей власти, общественных организаций и силовых структур. Как прошел праздник, расскажем в следующем сюжете. Творческий путь длиною в 15 лет. Каким было Люберецкое районное телевидение раньше и чем оно живет сегодня, сотрудники редакции показали своим гостям в специальном репортаже, приготовленном в честь юбилея. Хотя все, кто находится в этом зале, хорошо знаком с телеканалом. Кто-то периодически попадает в объектив его камер, а кто-то, так же, как и сотрудники ЛРТ, освещает события, происходящие в округе. От имени Владимира Петровича разрешите поблагодарить за ваш профессиональный труд, коллектив. Огромное вам спасибо, ребят. Мы всегда на связи. Без вас мы ничто. 2020 год это особенно показал. Я помню все, что здесь происходило все эти годы. Потому что с первого дня мы в одном здании, люди решают все. Вот такой класс и коллектив. Я не просто хочу поздравить коллектив, но и выразить вам вот свое восхищение, потому что сегодня в Московской области, в городских округах, наберется десятка, полтора, даже не два десятка телекомпаний, которые сохранили свои позиции, сумели подняться на новый уровень, на новую ступень. Приглашенные гости отметили руководство и сотрудников телеканала почетными грамотами. А виновники торжества, в свою очередь, тоже выразили им благодарность за плодотворное сотрудничество, интересные инфоповоды и готовность помочь в организации съемок. Поддерживайте нас в самые трудные минуты, потому что телеканал – это такой живой организм, и ему тоже необходима поддержка. И если каждый из вас какую-то лепту вносит, для нас это большой плюс. С 2006 года редакция Люберецкого районного телевидения проделала большой творческий путь. Из небольшого телеканала с правом выхода в эфир всего 3,5 часа в день ЛРТ стал одним из крупных региональных каналов с круглосуточным вещанием в высоком качестве. 15 лет – это только начало. История продолжается. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.